Это музыкально-гуманитарный лицей по улице Комсомольская. В новом здании будут обучаться 165 учеников с 5 по 8 класс. В данный момент мы находимся на завершающей стадии. Это фасады, кровля, благоустройство и внутренняя отделка. У нас срок сдачи декабрь месяц, 25 декабря. Ну, в принципе, мы успеваем. Может быть, где-то с небольшими там, как сказать, отставанием, но мы стараемся. А это уже Заиграевский район. В Талицкую школу с проверкой приехала комиссия в составе представителей правительства, министерств и ведомств. Для района это первая современная школа за последние 20 лет. Старое учебное заведение было рассчитано на 150 мест, при этом школьников обучалось там в 3 раза больше. В новом здании мест хватит всем. Еще и оборудование все самое современное. Интерактивные комплексы в каждом кабинете, 23 кабинета, все кабинеты оборудованы интерактивными комплексами. Оборудованные, значит, есть переносные именно комплексы, есть, которые в класс, это ноутбуки, это планшеты, да, которые переносные. Есть именно переносные, значит, комплекс планшетный, да, видели в коридорах, да, которые есть. Так что, ну, полностью. Ну, и все именно такие вот вспомогательные, ну, не вспомогательные, а вот, например, актовый зал у нас никогда в жизни не было. В принципе, строительная готовность школы 100%. Осталось для того, чтобы начать учебный процесс, дооборудовать, то есть поставить оборудование. Этот процесс мы спокойно пройдем. Данное оборудование будет докуплено, и, в принципе, школа начнет работать, ну, как мы планируем, наверное, все-таки с 1 января. Еще одно здание, где в комфортных условиях можно будет грызть гранит науки, это пристрой к 49-й школе. Это пристрой на 350 мест к средней общеобразовательной школе номер 49. Школа, пристрой построены в рамках федерального проекта «Современная школа» в целях ликвидации третьей смены. Потому что микрорайон 47 квартал у нас много густонаселенный. Мы вот присутствуем на завершающей стадии строительства пристроек 49-й школе. Значит, работы ведутся в графике. Определили, сейчас вот еще раз проработали вопросы по организации, по вводу объекта в эксплуатацию, получению соответствующего разрешения, и пойдет последующим процесс передачи уже его образовательному учреждению. Срок сдачи объекта – середина декабря. В целом по республике за последнее время строится 7 общеобразовательных школ, а это почти 2000 новых мест, а также 10 детских садов. Дмитрий Гамбоев и Константин Гармаев. Новости дня.